Крупногабаритная техника мусороперерабатывающего завода прошла через весь город и остановилась у главного входа в областной краеведческий музей. Здесь она была продемонстрирована участникам уже 7-го мероприятия – встречи тех, кто любит и бережет природу, в рамках проекта «Экологическая суббота». Мы с удовольствием откликнулись на эту идею, чем могли, тем стараемся помочь, потому что все-таки надо людям, особенно с малого возраста, деткам разъяснять, что это необходимо, как это делать, для чего это делать, ну и конечно же, это все надо изначально приучать для будущего поколения. Большое количество сюрпризов подготовили для юных экологов, школьников областного центра, организаторы акции совместно с партнерами. В игровой форме каждый из участников эко-марафона старался донести до малышей самые главные навыки бережного отношения к природе. Большинство из нас в лучшем случае знают, что мусор надо сортировать. Но не каждый знает, что же дальше происходит. И наверняка возникал такой вопрос, а куда его увозят, этот мусор? Многие думают на свалку, многие знают, что на завод. Но что же происходит дальше? Вот об этом узнают сегодня на нашем мероприятии. Наше предприятие занимается сбором и переработкой бытовой техники от населения уже третий год. Значит, мы проводим широкие рекламные мероприятия. В данном мероприятии мы участвуем впервые. Посетители могли ближе познакомиться с работой мусороперерабатывающих предприятий, научиться правильно сортировать отходы и даже узнать, где и как происходит их переработка для дальнейшего использования. Организаторы мероприятия уверены, культура такого общения даст свои плоды.